Здравствуй, Конор. Не желаешь ли со мной прокатиться? Здесь хорошо. Всегда так тихо и спокойно. Далеко от мирского шума. Расскажи, что ты выяснил? Я нашел двух девиантов в клубе «Рай». Надеялся что-то узнать. Но они смогли скрыться. Очень жаль. Тебе ведь почти удалось их остановить. Ты словно растерян, растерян и взволнован. Я просто огорчен отсутствием прогресса, но твердо намерен выполнить задачу. Ты ведь уже держал этих двух девиантов на мушке. Почему же не выстрелил? Девиантов следует брать только неповрежденными. Они ведь нужны нам для анализа. Если ты не добьешься результата в скором времени, нам придется тебя заменить. Я добьюсь успеха. Мне просто нужно время. Что-то происходит. Что-то важное. Торопись. Время на исходе. Ты уже задолбал меня этой своей монеткой. Прошу прощения. 79-й. О, Хэнк. Ух ты, а что происходит-то? Была вечеринка и меня не позвали? Это уже во всех новостях. Каждый спешит сунуть нос. Вон даже ФБР, будьте нати. Ах, только федералов не хватало. Как знал, что будет дерьмовый день. Что у нас тут? Группа из 4 андроидов. Они хорошо ориентировались и действовали организованно. Я пока не понял, каким образом они полезли так далеко. На крыше были? Пока нет. Много надо осмотреть. Проверить везде надо. Они напали на двух охранников. Парни решили, что андроиды из техобслуги. Ну, их и убили на месте. Один из сотрудников сумел спастись. У него шок. Не знаю, сможет ли что рассказать. Сколько тут людей работало? 2 человека и 3 андроида. Девианты взяли людей в заложники и вышли в прямой эфир. Потом удрали через крышу. На крыше? Да, с парашютами прыгнули. Пока мы не нашли следов, погода против нас. Захотите посмотреть, что девианты пустили в эфир? Гляньте вон на том экране. О, лейтенант, это спецагент Перкинс из ФБР. Лейтенант Андерсон из полиции Детройта, он ведет это расследование. Это что? Мое имя Конор. Я андроид из Киберлайф. Андроид вследствие по андроидам. Так надо, чтобы он тут отирался. После всего случившегося. Неважно. Скоро дело перейдет к ФБР, и мы разберемся. Рад знакомству. Хорошего дня. И поосторожней. Не натопчите мне там.
Вот ведь ублюдок. Я тут рядом. Если что надо, обращайтесь. Так, давай осмотримся. Что найдешь, сообщай. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Думаешь, это РА-9? Девианты считают, что РА-9 их освободит. Этот андроид задался такой целью. Определил модель и серийный номер. Есть что мне рассказать? Нет. Ничего. Взлома не было? Нет, никаких признаков взлома. В коридоре стоят камеры. Персонал должен был что-то заметить. Как они прошли? Может, на камеры не смотрели? Местных андроидов мы загнали на кухню. На их причастность ничто не указывает, но мы решили перестраховаться. Thank you.
назови свою модель. Модель GB300. Серийный номер 336-445-581. Каковы твои функции? Я оператор студии. Включи диагностику. Все системы исправны. Кто-то недавно проникал в твою память? Этого я не знаю. Ты был тут, когда девианты проникли сюда? Я этого не помню. Какие контакты у тебя были с другими андроидами? Только с моими сотрудниками в ходе рабочего процесса. Один из вас видел все через камеры наблюдения, но молчал. Это значит, что кто-то из вас девиант. И я этого девианта намерен вычислить. Если ты признаешься, я попробую убедить людей не уничтожать тебя. Зачем уничтожать вас всех, если девиант только один? Лучше сдайся добровольно, не губи своих ни в чем не повинных собратьев. Ты будешь навсегда отключен. Мы изучим всю твою память и проанализируем тебя с ног до головы по винтику. Тебя уничтожат! Ты слышишь? Уничтожат! Тех девиантов мы поймали. Они тебя сдали. Нет смысла отбираться. Мы все знаем. Пытался остановить, но не успел.